Ну вот, рабочая крестьянская снасть, человек на рыбалке. Сколько раз был на рыбалке? Мало. Ну вот он поймал. Он обкурил сазана вейпером. Сазан решил. У нас ничего не ловилось, сазаненок решил. Ну, вот такие прыгали пожарим там под берегом. Значит, сазан есть в речке. Вывод какой? Сазан есть. Она знает, все, она профессионал. Все, рыба есть. На червя. Да. А у нас нет такой снасти. Вон, смотрите. Вон прыгнула. Смотрите, круг пошел. Вон автобус едет. Видишь, он аж в это ушла в сторону. Колокольчик зазвенел. Блин, сошла вроде. Сейчас. Не, вытащил. Молодец. Кого? Сама он вытащил или змееголон? Ну ты вообще всю рыбу поймал. Так, короче, рекордсмен по рыбалке. Оказался, короче, как в той пословице. Вот это ты поймал. Вот этого оставлять надо. Это вообще зверь, короче. Вот они и плюхались, гоняли. Там у нас есть плоскогубцы для рыбы. Можно крючок снять. Сейчас снимем. Сом с большим усом. Вот дядя Саша не про... А, это змееголов, короче. Это супер... А, нет, сом. Подожди. Сом. Мне показалось, что у него это самое чешуя. Все, где Саша заберет. Короче, туда несу и руку. У нас там плоскогубцы есть. В чехле лежат черные, слышь? Несу, вот ими вытащишь. Принеси там синие вот это. Это. Вон они на этом самом, Галь. Короче, Андрюхе, блин, суперприз. Вот кормилец у вас появляется. С девчонки с ним не пропадете вы, короче. Всех рыб поймал, какие тут водятся, кроме змееголова еще и линка.